Что? Это обнова теперь или что? Это реально обнова? Посмотрим, что же для меня приготовили Dragon Bush. Что за квест такой? Интересно. Куда? Меня везут сейчас в лес просто, ебать. Так, Немо Сити. Куда мы отправляемся? Куда я держу путь? Это могила. Ага. Мне можно заглядывать или нельзя в бочки заглядывать? В таком случае. Нет. Так. А, я так понимаю, это мне взять надо. Один. А, да, в натуре, блин, надо посмотреть. Вокруг тебя не должно быть ни единого человека, который бы плелся рядом всю дорогу. Выключи частицы, вот вообще, минимум. Пожалуйста, внимательно читай чат, тебя будут направлять. Заглядываю во все бочки по дороге, будь внимателен. Читай все записки и внимательно смотри под ноги. Не торопись, ты успеешь пройти весь квест от начала до конца. Если тебе будет сложно на некоторых испытаниях, дай об этом знать в чате. Путеводитель тебе поможет, удачи. Спасибо. Ебать, классно, подготовились. Так, один. Что там у меня в один? 21 января 1337 года. Я больше не могу здесь находиться. Я ненавижу эту войну и человека, который ее начал. Почему все думают, что он герой? Я не могу это терпеть. Лишь бы быстрее бежать как можно дальше от этого чертового поля. Битвы, где я, надеюсь, в последний раз увижу эту самодовольную улыбку на его лице, когда он вонзает меч в последнего черного и большого монстра перед собой. Мне надо вернуться домой, пока я еще в состоянии это сделать. Путеводитель, веди меня. Да, мне нужно идти. Да, Крипер. Крипер. О, мэн. 21 января 1300... Урод. Что, боже, создатель, я не могу поверить в то, что мой дом, который я любил, разрушен. Теперь я еще больше ненавижу его. Зачем вообще было лезть в портал? Темнеет, а я больше не могу здесь находиться. И у меня нет совершенно ничего, чтобы выжить в полной темноте. Мне надо как можно быстрее отыскать мой дом. Может, я оставил хоть что-то там? Ага, мне нужно найти дом этого Бармалея. Как мне найти этот дом? Ну, если здесь стоит, может быть, по вот этой дороге мне нужно. Ты че вы так... Давайте вы спрятали. Я только с путеводителем это все понял бы. Так, ни хрена себе. Азам. Антиспам. Современный лифт. А меня точно правильно ведет? Прикиньте, просто не туда иду. Просто чел поймал, думал, сейчас дурачка проведу с собой, поведу. И просто куда-то меня сейчас выебет по РП. Ага. 21 января 1000... Да ебать, а что в один день все происходит? Некоторые мои ресурсы до сих пор сохранились. Хоть это радует, но боже, как жаль, что я не могу взять все, что мне действительно нужно. Мне нельзя оставаться в разрушенном месте. Надо как можно быстрее найти людей. Я слышал, где-то тут вольное поселение в горах. Может, я смогу остаться? На эту ночь мое проклятие сыграет мне на руку. Или на лап. Вольное поселение в горах. Ебать криперов нахуй, это тоже по сюжету квеста? А горах, где это поселение? Давай, 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 пошел, 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 пошел. Хрена, блядь, за закоулки. А нахуй он, блядь, в один день туда-сюда топтал? Раскидали его записки. 4, 5 и больше ничего, 4. О, уже 2 дня прошло. Ох, я нашел их. О, как несказанно рад тому, что наконец-то смог отыскать еще выживших людей. Ведь я думал, что ничего, никого больше не осталось в радиусе всей этой огромной битвы. Правда, они сначала приняли меня за обычного кота из-за проклятия, что наложено на меня. Но и так удивились, когда я вдруг пристал перед ним человеком. Это было забавно, но не суть. Мне стоит исследовать... Слышишь, котярка, это про себя, что ли, квест написал? Ты же у нас кот, ебаный. Так, их подземное убежище казалось мне самым надежным на момент войны. Мне разрешили поселиться в одной из комнат, но почему-то ближе к ночи все стали какими-то странными. Неужели действительно что-то происходит за моей спиной? Когда я ложился спать, я вдруг понял, что никого рядом со мной нет. Где же все в конце концов? Я вижу свет в одной из дальних общих комнат. Так, а где общие комнаты, сука? Общие комнаты, нахуй. Вот это что? Стоп. Ты здесь поселился? Где ты нахуй поселился? Я не понял. Тут записки не привязаны к месту событий. Или привязаны? Я не понимаю пока. Ни хрена. А что с порталом? Мы лезем наверх? Ну давай.
Ох, ни хрена вы заныкали тут. Наверное, подслушивать это нехорошо, но любопытство взяло надо мной верх, и я не могу ему противиться. Подойдя к комнате, застыв около стены, я стал внимательно слушать, о чем они говорят. Среди всех этих голосов я вдруг неожиданно услышал какой-то неизвестный женский. Неужели сюда кто-то приходил, пока я отдыхал в своей комнате? Ладно, это не особо меня удивило, но то, о чем мне они говорили, для меня все равно останется загадкой. Я только слышал о каких-то кристаллах, которые они, по всей видимости, ищут с самого начала этой войны. Неужели они говорят о тех самых? Но зачем они им? Так, седьмое. Четвертое, меня поймали на том, что я подслушивал. Кто знал, что это так обернется? Пришлось рассказать все обо мне и что я делал. Меня буквально заставили раскрыть себя, но мне все равно, нечего терять. Попадаться совершенно некуда. Но зато из чужих уст я узнал, зачем и почему они хотят собрать все кристаллы. Чтобы спрятать. Спрятать от того самого гнусного человека, за которого это все и происходит. Когда я увидел один из них в руках той неизвестной девушки, что предоставилась главной данного поселения под именем Dream, сразу понял, где я могу найти второй. Я видел его у него, ведь именно с помощью него он меня проклял. Зато она помогла мне избавиться от проклятия, и теперь я по собственному желанию могу менять форму. Спасибо ей. Спасибо им, но теперь мне надо отправляться, я должен помочь им всем остальным людям. Мой путь лежит в великий и самый большой, чудом еще не тронутый войной город Антиспамск. Ну, в Антиспамск-то, так в Антиспамск... блять, я даже этот город не могу уже выговорить. Короче, вот котяр, блять, главный герой сюжета, нах. Давай. Беги, 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 котер. Так, ну мы в Антиспамске и шоу. Бля, под ноги смотреть, пока ничего не нашел, что... Вот здесь нет, здесь нихуя нет. Там нету... Нихуя. Опа, все? Сюжет накрылся, ребята, медным тазом. Куда мы сейчас отправляемся? Чем мяуно? Паркур? Блин, ну поехали на паркур. Да его изи пройти. Ебать, нахуй так много книг? Ну это, мне кажется, понадобится. Это возьму на всякий случай. И книжечку, пожалуй, возьмем. Мне кажется, там будет момент, где мне нужно будет поставить вот эту вот хуйту лысую. Так, умник, не проходи. Оп, а я схитрил, мне похуй. Ой-ой, смотри, какой, блядь, кот нахуй. Ты на четырех лапах двигаешься, слышишь, умник? Девятое. В смысле, а восьмой нет? Дыра в сюжете, нахуй. Это я возьму, вот тот самый кристалл. У-ху, я его нашел. Это хуйня для красоты, я так понимаю. Вот кристалл, один нашли. Сколько времени я потратил на то, чтобы забраться сюда? Ну что, Дримка, теперь этот кристалл у меня, а не у тебя. И мне уже с нетерпением хочется посмотреть на то, как ты придешь и не обнаружишь здесь совершенно ничего. А, восьмую часть воровал Дримка? Нихуя, урод ебаный. Наверное, зря я это пишу, но иногда мне тоже хочется позлорадствовать. Да и к тому же, теперь у меня есть возможность сделать записи. Как это у тебя еще чаще? Так, а теперь самый главный вопрос. А безопасно я должен попасть туда, блядь, в яму, что ли? Как отсюда? Ну, блядь, нихуя ты хитрожопый. Я попаду. Опа! Жумайсен бана. Ух, ебать, здравствуйте. Приятный знакомец, если тебе нужна броня, тогда принеси мне 5 алмазов. Ух, нихрена себе. Так тут 3. Как я тебе 5 принесу? Так, сейчас еще 5 найду. Ага! Заныкали. Сейчас, блядь, принесу ему эти алмазы, ебаный. Как неху делать? Слышишь? На. 5 алмазов. О, нихрена обмундирование дал. Куда, кот, пиздишь? Отдай. Наверное, мне все-таки стоило посетить это место. Оно сразу навевает какие-то воспоминания. Да и в целом, броню, что тут куют, еще стоит поискать на всем белом свете. Я слышал, что скоро сюда явится его войско. Мне стоит уходить отсюда немедля. Так, и 11. Когда я только зашел в портал, то человек, который бежал в город прямо навстречу мне, вдруг сказал о том, что надо как можно быстрее уходить отсюда. Так и знал, что сюда возвращается он. Надо как можно быстрее добраться до одного из моих секретных и богом забытых мест. Может, там я смогу спрятаться на время? Здесь будет уж точно небезопасно, особенно с такой вещью у меня в руках. Я понимаю, про что ты говоришь, блядь. Так, а вот это я, пожалуй, спрячу здесь. Убегаем, давай, кирка. Мне... Теперь за мной. Давай, за тобой. Катера, все. Устал меня проводить. А вот эту красоту я видел, да. Неплохо. Охуенный город. Блядь, нихуя пизданул. 12. Поехали. Дойдя до своего нового на этот момент дома, я наконец-то выдохнул с облегчением. Здесь должно быть безопасно, и никто меня не должен тронуть. Почему-то я вдруг вспомнил то поселение, в котором меня приняли. Интересно, они до сих пор живы? Так, и что тут? Ебать. Ни хрена. Блин, прикольно. Прям клетки такие. Я к нему залезть должен, да? Опа. 13. Медведь, не будем мешать. Пошли слухи, что вольного поселения...
Как говорят, хоть... Что? Я не понял ничего. Что ж, я думаю, они этого заслужат. Ах да, война окончена. Ты получил, что хотел, Дримка? Бля, нахуй вы, блядь, сюжет вокруг этого долбоеба крутите, я хуй знаю. Наверх? Реально наверх. Ёбаный рот. Все, мы на полчаса здесь застряли. Я так пройду. Мне... Оху. Аллилуйя. О, прыжок. 14. А, неожиданно было встретить его здесь. Ее здесь. Она пришла так внезапно. Я проснулся прямо посреди ночи от легкого прикосновения к моему плечу. Я сплю слишком чутко в последнее время. Как она узнала об этом месте? Как она смогла меня найти вообще? Я почему-то рад. Я за то, что она жива. Ведь кто знает, что может сделать тот безумец. Вдруг он доберется до нее, ее людей. Но сейчас это не особо важно. Я сразу отдал ей кристалл. Глаза ее вдруг как-то странно заблестели, что я почему-то успел засомневаться в своем действии. Она быстро пришла в себя и лишь сказала, что она нашла еще один. После чего вдруг неожиданно исчезла в воздухе, словно растворившись в темноте. Напоследок сказав слова благодарности, что словно эхом раздались в моем пустом доме. Я же надеюсь, она спрячет их. Веди. Куда мы сейчас отправляемся? 15. До меня дошли слухи. Да, я слишком сильно отдалился от людей, что Дримка хочет свергнуть главу города. Он слишком помешан на власти. Мне стоит посетить Винланд. Я так давно там не был. Может, хотя бы так я смогу отдохнуть от всей этой шумихи. Хотя говорят, что сейчас гуляет какой-то неизвестный вирус. Лишь бы все это не переросло в чуму. Опа, коронавирус. Не, в смысле? Это Не-не-не-не. Может, не пить это нахуй зелье? Поехали в Винланд. Не успел я попасть в город, как уже через пару дней моего пребывания там, люди вдруг начали говорить о какой-то войне. Что, она же окончена? Почему никак не угомонится даже после своего недавнего провала? Сегодня я видел создателя мира сего. Какая-то честь для меня. Привет, поможешь мне собрать мои вещи под водой в разрушенном корабле? В подарок получишь меч, который лежит в его трюме? Ну, я понял. Хорошо. Там нужно нырнуть, ёбаный рот. Вот вам и сио, Тивс. Ебать, нашел случайно. Опа, слышишь, Чувырла, вот твой меч. Я нашел его. Я нашел меч. Там, ебать, там еще сундук. Ебаный рот. Я же не вижу, я слепой. А, во, нашел. 18-й. Поселение потихоньку начало выбираться из-под земли и строить новый город на земле. Если честно, я очень рад за них. Хотя новости, которые так внезапно облетели, все почему-то как-то напрягает. Решил посетить один из баров в городе, ведь мне все-таки наконец стоит сбросить с себя такой тяжелый груз, как прошлое, и напиться. Да, именно этого я и хочу. А чего до сих пор хочет он? Той самой силы, что есть у создателя? Неужели он и... Правда, думает, что если он возродит дракона и убьет его, он получит ее. Скорее, навлечет еще больше бед на этот бренный мир. И тогда всему тут точно придет конец. Надеюсь, он одумается. Как, конечно, попасть на сервер на МРП, просто 500 рублей можете задонатить в Donation Alerts. Там обязательно вписывайте свой ник в Майнкрафте. Я вас вписываю в вайтлист, и вы спокойно можете играть на сервере. На сервере нету... Гриферство, ну типа гриферов просто наказываю и откатываем все, что они нарушили, поэтому не волнуйтесь, тут чисто такое, прям ламповая игра совместная. Я либо пил слишком много в тот вечер, либо это действительно происходит прямо на моих глазах. То странное сияние под водой, прям за КПП, что это может быть? Ага, за КПП, ну-ка давайте посмотрим. Ёбаный рот, лабиринт реально. Пиздец. О, так, второй кристалл, найс. 20, найс. Не могу поверить, что это еще один кристалл. Но боже, что он тут делает в Винланде? В любом случае, сейчас не об этом. Надо забрать его и спрятать. А еще лучше чудом отыскать ту девушку и отдать ей это. Как хорошо, что мы придумали такое быстрое передвижение через все эти порталы. Ну что в портал, блядь? А я тоже могу копать. Опа. Спасибо огромное, блядь, тому чуваку, который дал мне кирочку. Ну что, полетели? Боже, что за страшный рев вдруг раздался, казалось, на весь белый свет. Неужели это, черт возьми, случилось? Но как, если кристалл у меня или то, что сейчас произошло, в разы страшнее? Все порталы в ад были разрушены, как только я ступил в него. Помню, я тогда испуганно отскочил от рамки портала, словно обжегся об что-то горячее. А потом быстро пришел в себя и, взяв в руки лодку, что стояла рядом, поставил ее на лед, направляясь к тому месту, где должен быть портал к вольному поселению. Ты где, блядь? Чуть не столкнулся с еще одним человеком, который ехал в противоположную сторону от той, куда я направлялся. Мы чуть не врезались и невольно притормозили, но он вдруг быстро окликнул меня и сказал не ехать туда, потому что там опасно настолько, что сам создатель присутствует там. Это только разгорело во мне интерес. И вот я уже почти у самого портала, пытаюсь судорожно достать из кармана огнема, чтобы зажечь его, но вдруг он зажигается сам, и оттуда выходит он.
О боже, я думал, что больше никогда его не увижу. Но тут он внезапно появился и упал на колени, пока он победно и злобно смехался, смотря на меня сверху вниз. Я помню, как он схватил меня за горло и буквально вдавил в стенку. Что-то говоря о том, что огромный змей теперь повержен. Будет гнить до скончания времен. Там наверху в горах. И что он взял и открыл его пасть и создал портал прямо там. Насколько был горд тем, что у него получилось победить огромного дракона. Я задыхался, и мне было, если честно, совсем не до рассказов о том, насколько он велик. Я понял, это типа портал в Драгонбург, там же во рту пасти дракона. Он убьет меня. Я это знаю, я предатель, ведь именно поэтому он меня проклял, но теперь ему все равно. Умру я или буду жить, в глазах темнело, а железо жгло кожу. Но я вдруг почувствовал, как он резко отпустил меня, перестал тянуться к кристаллу в моей руке и вздернул голову в небо. Чья-то горящая пламенем рука прошла прямо сквозь него и вырвала его сердце. И только потом, когда тело упало к моим ногам, увидел его создатель. Ты пришел, ты спас меня. Ты меня спас. Ты про мою огненную руку, что ли, нахуй? Это я, ребят. Это, наверное, последняя моя запись, которую я оставлю в дневнике. После всего, что произошло вокруг меня, слишком тяжело. Мне помогали отлежаться в Драгонбурге. Да, он получил официальность и стал городом. А после мне также отдали все кристаллы. И, если честно, я не знаю, что с ним делать. Наверное, я закончу дело, Dream, спрячу их, чтобы никто больше не смог отыскать их. Хотя, все же лучше их уничтожить. Но при этом придется снова возрождать дракона в краю. Ах, я не знаю. Два кристалла, что я нашел, я верну на свои места в антиспамский Винланд. То, что словно сияющий глаз того зверя, которого победил Дримк, я спрячу в городе, что был создан и назван в честь зверей. А самый последний, что находился в самом сердце, что выдернул создатель чужого тела, я спрячу в самом дальнем заброшенном городе, где редко бывает чья душа. Имя тому города... Са! Запуск обрывается. И т.д. Вторая книга. Так. Погоди. Короче, теперь мне нужно отправиться. Сейчас задача найти... Я понял. То решая уравнение, ты найдешь последний кристалл. Что? Опорная координата... Это умножение x... Ух, ебать, вы че рофлите нахуй? Я должен в эти звездочки, типа... А, это умножение. Первые две цифры, последняя дата в июле... В июле последние две... Что? Ёбнутый, какие уравнения нахуй? Я в интернет зашел, чтобы деградировать, блядь. Первые две цифры, последняя дата в июле. Последние две цифры, это последний... Блядь, а где я не понимаю просто, подожди. Z, первые две цифры. Последняя дата в июле. Последняя дата в июле. Ну, 31, блядь, 31. Последние две цифры, это последние цифры в годе. В записках. 37. 31, 37. Это Z. Так, 31, 37. Что у меня толкает? Ну, давайте умножение X. Мне нужно найти X. А как? Я хуй знаю, чуваки, бля, вы ровните. Когда последний раз в школу ходил, вы вообще помните? Калькулятор. Итак, мне нужно найти, чтобы получилось 30 066. Мне нужно... Короче, смотрите. 3 умножить на 9, это у нас 27. Короче, допустим, 5. Вот, это координаты, куда мы сейчас отправимся. А где эта координата, блядь, находится только? Ёбаный рот. 25-я, да, была? Так. Что создано, названо... Короче, это Зверополис. А самый последний, это вот это координаты. То есть, смотрите, один в Зверополисе сейчас лежит, только я не помню, как в Зверополис попасть. И последний по координатам. А, в Зверополисе в Саратов. Все, понял. О, блядь. Блядь, вот это вообще самое красивое, мне кажется, то, что на НМ есть. Вот это самая красивая башня. Тут не трогаем. Пошел, пошел, пошел. Да ебать! Сука. Я иду наверх как можно скорее. О! Нашлась, падла. Да нахуй. Бля, допрыгну или нет? Бля, ух! Ебать, машина просто. Хорошо, что я пропаркурил таким образом. А теперь на координаты. Пиздец. Где этот ваш ебаный Саратов? Эжумайсен банаху. Просто, бля, четвертый кристалл. А что мне с ним делать? Что-то как найдешь... Возродить дракона? Ёбаный рот этого казино. 7, 8 кроватей, я надеюсь, мне хватит. Ну шо, дракон? Ты готов получить пизды? Ну шо, дракон? Ты готов получить пизды? Потому что я врываюсь в рэп-игру. Тихо-тихо, быстрее. Блять, все, дракон. Я надеюсь, я не улечу. Да. What? Что? Это обнова теперь или что?
Это реально обнова? What the fuck? Почему слишком не ломается? Это серьезно. Чувак, это серьезно обнова или что? Рот я ебал этого дракона. Да. А. Ну я, кстати, урон не получил или получил? Блядь, эти ресурсы. Лучший, спасибо. Блядь, реально лук надо было взять. Что-то я неправильно это сделал, ладно, похуй. Нормально. А! Вообще максимально хуёво это сделал. Счет кристаллов хиляется, падла. Бля. Можно лук, пожалуйста? Ну, чисто так, по приколу. Давай, 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 давай. Луж. Блядь, тихо. Бля, слабовато что-то бьет. Да его слабо бьет вообще. Его пиздец слабо бьет. Да, вот так побью. Все, молодец. Тут уже не пофигачу. Тут уже ждать, пока он второй круг навернет и бахнет туда. Молодец. Бля, я умру или нет? Вроде нет. Быстро. Блядь, быстро. На! И ты куда пошла, тварь? А, нахуй. Ну, спасибо огромное, что с кристаллами помогли. А то я, дебил, реально лук забыл. А опыт, сука! Блядь, опыт забыл! Доброе утро, нахуй. Я просто... Это сон, да? Это все был сон? Скажи, нахуй, что это сон. Мы так рады, что ты вернулся. Рады слышать твой смех и голос, видеть тебя. Да я, блядь, опыт забыл. Ведь ты создатель. Да, это ты. Представь себе, так много ты сделал для нас и этого мира. Спасибо тебе за все, за все эти и те приключения, что ты стараешься... За то, что ты стараешься нам. Спасибо за то, что ты есть. Создатели и участники квеста. Автор сценария и сюжеты Dragon Dream, строитель локации, ответственный за загадки, котяр, NPC 1, Nemo Wade, путеводитель, ну, так что, и NPC 2, Nemo Sadie. Ну, в принципе, я могу вам сказать, ребята, так, по сюжету очень все затянуто, и знаете, нету прям такого, ну, наверное, у меня, потому что я не особо прям люблю погружаться вот в те же сюжеты. Вот, допустим, для меня Ведьмак — это очень скучнейшая игра. Но геймплей там классный. Если бы это как-то, не знаю, укорочено, может быть, было. Но в целом это, типа, прикольно. Это, в любом случае, вы огромные молодцы, что вы реально запарились. Но повествование, типа, я скажу так. Повествование сделано, ну, я понимаю, специально растянуто, что, типа... Блять, с трясущимися руками, палец вверх, ну, короче, я понял, типа, чтобы просто текст таким более объемным казался. Но, в принципе, реально, очень классно. Очень классно. Типа, постарались, молодцы. Но не так, что я, типа, прям вообще вау и все такое. Вы в любом случае огромные молодцы, что, типа, реально запарились и сделали вот так. Это реально плюс реп. Спасибо реально огромное, чуваки. Просто, блядь, лучше нахуй. Да, спасибо, спасибо огромное.